много коричневого. Угу. И он как бы сверху прикрыт, сверху, мазочками сверху прикрыт сиренью. Угу. Это для нас подсказка. Белильца, коричневильца, чуть-чуть розовилец, чуть-чуть желтилец. И вот неким вот таким цветиком полностью избавиться от белого. То у тебя будет чуть розовить, то у тебя будет чуть желтить, то у тебя будет чуть коричневить, белить. Создать, причем с этим вот ритмом штриха, вот такого. Вообще, когда мы видим на картине штрих, мы узнаем, что это человек образованный, окультуренный образованием. Потому что штрих – это их благородие. Хорошо? Хорошо. Давай так. И немножко создашь идейку все-таки направленностей. Вот такую идейку. Не вытирая краску, а просто создавая вот эту взрывчик этот, взрывчичек. Вот этот взрывчик. Есть там такое, да? После этого этой же тряпкой вытришь силуэт цветка, который приблизительно здесь. Там формат более узкий, у нас более широкий. Вот. Где-то здесь. Поэтому до краев он не будет доходить. Можешь себе сразу обозначить так, потому что он узкий. Но у нас будет больше поля. И можно чуть-чуть поднять, чтобы все-таки и этим было где размахнуться. Чуть-чуть поднять. Вытерла. Потом взяла чистое место тряпки. Взяла белильца. Розовильца. И прямо писала в эту сухомятку, которая получилась от вытирания, приблизительный цвет, розовенький цвет цветка. Можно потом все это мастихином придавить. Можно мастихином обозначить себе принципиальные края, чуть-чуть порисовать вот так плоскостью мастихина, создать приблизительный рисунок. Сверху по пятну этого, чтобы теперь уже уточнять, уточнять, уточнять. Вот этот силуэт тоже мастихином, выдавливая красочку, создать силуэтик. Прикольно? Смотри, мы бы карандашиком, да, могли бы вначале, это, знаете, как просто рисовать по уже имеющейся краске, правда? Смотри, посмотри, смотри, смотри. Ну ты ножом пользовалась в жизни? Все. Должно быть просто. Давай так. Берешь и вот так вот мягко начинаешь загонять. Начинаешь загонять. Хорошо? Так, ну сейчас я. Значит, тенистые. Ну, силуэт так и не появился. Помнишь, я проговорил вот эту идейку. Вытащить силуэты. Смотри. Силуэтики вытащить. Вот так, плоскостью. Все огурцово. Смотри, какой там сложный силуэт, правда? Смотри, какой. Согласна? Вот так, один огурец, второй огурец, третий. Свет из-под теневой, смотри, есть там. Есть такое понятие, как свет из-под теневой. Как он сразу в пространстве, правда? Значит, силуэтом относимся теперь с удовольствием, а не сужиком. Понимаешь? Вот эти вот вещи стоит начать видеть. Ладно, если бы мы их не видели. Мы же их видим. Нам же они нравятся. А мы почему-то их... Ну, понятно, что мы же не умеем рисовать. Но если бы ты не себе, а, допустим, вот...
сын там что-то калякает, и так неизяществует. Взял, нарисовал вот такую ерундовину, огурцы здесь нарисовал, и говорит: мам, ну как, похоже? Ты бы сказала: смотри, какой там изящный. Ну, сказала же бы. Вот и себе тоже скажи. Потому что обидно быть неизящным. Темнотами отсекаем, отсекаем то, что мы вырезали, да? Отсекаем то, что вырезали. И вот это штрихование продолжаем уже пальцем. Вот мы видим здесь темнота мощная. Она не везде одинакова, да? Не везде одинаково. Где-то еле-еле, а где-то со всей силы. Потом начинаем видеть уже тонкости цвета. Создать условия для тонкостей цвета. То есть выдавить, может быть, чистый желтый. И вот так пальчиком начинаем нагнетать вкусности цветовые. По форме, по направлению жилочек. Все жилочки смотрят в дно, да? То есть из дна выходят и смотрят в дно. Начинаем эти жилочки средним пальцем вот так формировать, Видим розоватую темнятину здесь. И тоже ее, смотрите, прямо набрали. Появляется идея колокола вот этого. Здесь желтоватая, светлая. Появляется идея рисунка. Идея рисуночка. Появляется? Вот изяществовать в этих линиях. Вот, например, здесь неровный, да? А с такой прогибистостью. Красиво? То есть подмечаем такие вещи. А здесь немножко светит видим. Ну, давай его тоже чуть-чуть обозначим. Потом будут другие тонкости, но сначала хотя бы эти. Возьмешь потом белильца. Возьмешь белильца. Разбеленный этот розовый возьмешь. И вот такую раздавленную красочку начнешь загонять. Тряпочкой постоянно пользуешься. И именно раздавленную. Смотри, прямо плоть лепестка, правда? Смотри. Вдавлена, чтобы густота была минимальная. Доразмешивай, чтобы не было такой полосатости, как у меня произошла. Доразмешивай. Смотри, как пальчиком можно взять и вымокнуть край. Причем край сразу как бы заклубился, да? Смотри, он не вырезанный, не как бумажка лежит на холсте, да? А он какой-то даже толщины имеет. Такой дымочек над краем. Тоже хорошее дело. Поняла, Юма? Вот снизу ты вот эту вот темнятинку потом раз и толкнула. Смотри, смотри. Раз. Темнятина. Лепестковенькость такая. А ну-ка, сейчас. Ты будешь изящно теперь, да? Давай. Никак у меня не получается. Хорошо, что ты не закончила. Потому что там тень и свет. Это очень важно. Одно из фундаментальных, важнейшее даже фундаментальное проявление живописи – это тень-свет. Если они у нас не выражены, все остальное бессмысленно делать. Да что ж так?
Так, будем делать через дымоход. Смотри внимательно на картинку. Вот эта часть темная, теневая. Есть там такое? Нет. А макушка закругленная, светлая. Тогда появляется идея света и тени, и появляется идея формы. Смотри, я прямо по направлению. После границы света и тени снова пошло светло, но не так светло, как на свету. Есть там такое? Есть. То есть самое темное место у закругления – это место перегиба света и тени. Ты видишь, я целый ряд процедур провел, чтобы сделать этот загиб. Похожим образом произвести и там, хотя там тоньше. Вот это теневое. Вот это теневое. А вот это световое. Оно вот туда закругляется. Вот так. Есть там такое, да? Вот это теневое. Значит, в тех местах, где я прошелся, не ходить. Ходить в тех местах, где я еще не ходил. Хорошо? То есть сюда уже ничего не накладывать, и назад здесь тоже ничего не накладывать. Смотри, смотри. Из мглы появляется цветок. Лепесток, да? Смотри. Закругляясь в темный, в мутату. Конфигурацию показать. Ну, понятно, что форма – это проблема, это ж, мы ж не привыкли работать с формой. Поэтому для тебя это большая новость. Да, не вообще новость. Вот. Ну, надо как-то начать знакомство с самой идеей решения формы, которая вся на свете и тени решается. А в масле есть еще возможность, техническая возможность это делать легко. Потому что масло очень лепкий материал. Вот здесь желтенькие мы с тобой хотели накидать. Причем хотели выдавить желтый, чтобы чистый цвет там все-таки был на палитре. Некуда палец сунуть. Потом выдавишь. Помнишь край, который я там делал? Да. Смотри, вот он опять же. Эта же идея делает легкую дымку к краю. То есть он чуть-чуть парит. Так, коричневый, голубой, и вот темные места, очень много краски, она уже мешает. Смотри, малую меру краски задействую, потому что когда ее становится много, она не хочет моделироваться. Коричневый себе потом выдаешь. Очень тоже много. То есть сбрить. То есть когда краски много, ты начинаешь буксовать. Я не хочет рисоваться. Но огурцы это уже личный выбор. Тут уж ничем не поможешь. Либо ты справишься с своим сознанием, которое хочет почему-то рисовать огурцы, либо ничего уже, ничем помочь невозможно.
Ну, очевидно ж не огурцы. Очевидно ж какая-то сложненькая форма. Ну, попытайся. Ну ничего. Это человек разумный делал. Жалко, что на этом не решилась. Что самое вкусное сделал за тебя? Вот это жалко. Но то, что ты сделала умненько вот это, хвалю очень, потому что это уже разумные действия были. То есть ощутила вкус фактуры. Красиво, когда край то жесткий, то мутный. Вот там явная жесткость, да? Подсовываем ее. Причем нарочито штрихуем фоновое пятно, чтобы оно было не просто закрашенным, а несколько веселеньким. Угу. Все девочки боятся резких оттенков. Надо насмотреться живописи, причем стараться поразглядывать ту живопись, где есть хулиганство, мальчиковое хулиганство. Причем девочки не меньше хулиганят, чем мальчики. Вот. Ну как бы это мальчишество несколько. То есть стоит с этим мальчишеством то есть расширить свой кругозор по отношению.